Девочки, всем доброе утро. Что-то я в последнее время влоги начинаю записывать после дневного Сёмкиного сна. Сём, ты что, прыгать учишься? Короче, Серёжа только встал, Сёма уже встал второй раз. Но на самом деле мы все сегодня рано проснулись, но Серёжа потом смог уснуть, да? Что ты хочешь? Доставай игрушки, сейчас поиграем, хорошо? Короче, заказали мы сегодня с самого утра робот-пылесос. Должны сегодня доставить. Вот в течение буквально нескольких часов. Надеюсь, что до Сёмкиного сна успеют, до ночного, чтобы мы успели с ним разобраться и так далее. Короче, спросила вчера у вас в Телеграме, посоветовали робот-пылесос этот Xiaomi в основном. Да, по-моему, 2 или 3 человека подтвердили, что типа, они хорошо работают. И плюс я начала смотреть, еще там, по-моему, Redmond был и еще какой-то. Вот, я начала смотреть, я вообще-то хотела обычный, который, ну, типа такого, как у нас был, беспроводной просто, чтобы с моющей функцией был. Но подумала, что, а если робот-пылесоса мне будет достаточно, и после него просто буду там сама проводить влажную уборку, там шваброй пройтись по всей квартире там раз в 2 дня, думаю, вдруг будет хорошо. Все равно я хотела робота и обычный, но вот мы решили, что купим робот, и если будет необходимость в обычном пылесосе, то еще и обычный купим. Короче, заказали, ждем, надеюсь, что сегодня доставят. Плюс там в ДНС я нашла самую дешевую цену, он там за 13 тысяч. Да, а в Яндекс.Маркете и на Озоне что-то почти 20. Не знаю, надеюсь, что придет нормальный. Плюс я еще спросила у девчонки. Открывай сверху. Сверху открывается. Там я тебе показывала уже несколько раз. Да, вот здесь сверху. Вот. Опа! Короче. Что я говорила? А, еще вчера вечером написала девочке, с которой я общаюсь тоже, она блогер. Сначала она была моей подписчицей, потом она мне написала, и я на нее подписалась. Короче, мы периодически списываемся и смотрим друг друга. Короче, я спросила, какой у нее робот, потому что мы об этом разговаривали. Она говорила, что у нее тоже Xiaomi, но какой именно, я забыла и в переписке не нашла, потому что на новом телефоне почему-то не сохранилась эта переписка. И она отправила фотку. И сказала, что он называется чего-то там, как-то там, короче, есть еще какие-то слова, вот я нашла, и вроде как это он. И, вы знаете, все тоже так забывают через время, но у него уже называется работает. Что ты хочешь? Я не знаю, Сёма подходит на кухню и говорит, блум-блум, что там такое? Ты машинки разобрал? Ладно, ребятки, ждем робот-пылесос. Ребятки, нам пришел робот очень быстро, причем за час привезли. А здесь получается Mi Robot Vacuum Mop 2 с камерой он. Надеюсь, что будет нормально ездить и не тупить. Просто отзывы, знаете, 2000 положительных отзывов на 5-ку и каких-то 19 отзывов там на 1-ку, там у кого-то брак, ну что естественно, то, конечно же, вот, что здесь? Смотри, типа написано, что если вскрыто, то не... А тут раскрыто, а это закрыто. Короче, сейчас будем разбираться, но я сначала уберу там вещи. Нужно квартиру увезти там. И большие Сёмкины, и маленькие, чтобы там они лежали в кладовке. Я там все равно буду потом из кладовки все вытаскивать, все перебирать. И чтобы у нас полочки освобождались для вещей, которые новые в квартиру поедут. Освобождаю место для вещей, типа там постельного, что пока что не буду отвозить в квартиру, потому что нужно перестирать, а там в квартире оставлять не вариант, потому что там грязь и всякая фигня. Конечно, все смотрят, а мама так как разбирает все беспорядок весь, Паша.
моя. Папа. Скажи, кто тут у нас? Сёма там? Да. Такой. Ой, все, стой! Почему он поехал? Все. Блин, я испугалась. Он поехал. А что он делает? Я ничего не знаю. Окей. Доступна отмена. Все, ты че? Ладно, сейчас будем дальше разбираться. Вася, на зарядке. Где смотреть, сколько у него зарядки? Сейчас будем разбираться. Ребятки, у меня такие планы на сегодняшний час, на этот час, точнее. Сережа с Семой ушли погулять, к счастью моему, потому что что-то в минус 15 мне не очень хочется гулять, а они там на саночках развлекаются, поэтому спасибо, я дома посижу, вы погуляйте, пока Василий заряжается. Мы робота решили назвать Васей, и я хочу немножечко смонтировать дальше видео, потому что я вчера смонтировала минуты 3, там раз нужно озвучить, плюс там много материала. Короче, нужно делать его, иначе видео про режим в 1,5 года выйдет в 2. Короче, ладно, я пошла монтировать и ждем, когда зарядится. Кстати, этот робот-пылесос, я все подключилась через это, через приложение, но как-то долго он, по-моему, заряжается. Так, Вася. О, 46%. Как раз только мальчики погуляют. Он должен был зарядиться, и мы все вместе его запустим. Сёма уже есть к нему интерес, он подходит, и я боюсь, что он будет его выдергивать из розетки, и он, возможно, таки будет перезагружаться, наверное, или как это работает. Короче, не хочется, чтобы его, конечно, выдирали из сети, но поставить нам пока что больше некуда. Мальчики пришли с прогулки. Ты чего творишь? Ой-ой-ой, какой ты шумный. А я сейчас буду продолжать ламинировать в кавычках лото. Сережа попросил купить скотч. И вообще мы вчера, знаете, с семьей играли прям как надо. Все переворачивали фишки, по очереди все доставали. В общем, все интересно было. Тем более, когда мы все вместе играем. Всем поля раздали. И все. Вот, а сегодня будем ламинировать. Наш Василий все еще заряжается. Сейчас поставлю эту камеру на зарядку. И я думаю, что мы его запустим через часик. Сыночка, ты чего так шумишь? Сейчас будем обклеивать твои фишки, ладно? Запустили мы Василия. Сейчас посмотрим, как он будет работать. Только, блин, тот провод надо было куда-то его брать. А я не знаю, как его поднять. Интересно, он под кроватку заедет? Нифига, он ускорение прибавляет. Посмотрим сейчас, сколько грязи он соберет, получается. Вчера днем я помыла пол, сейчас уже вечер. Ну, больше суток прошло. Смотрю, сколько он грязи заберет. Ну, вот он год ездит S-образный. А в конце его года он еще каждый угол заедет. Да? Да. Ну, посмотрим. Сейчас посмотрим, сколько грязи он собрал. Он у нас так сначала не на кухню не пошел, потом пошел, знаете, он видимо, ударялся и здесь вот на резиночках, на белых. Ну, не резиночки, а просто белый пластик. И он, видимо, ударялся, и черненькие точечки появляются. Вот тут тоже. Ну, блин. Ну вот, видно немножечко вот эту пятнышко, допустим.
Может, бобой он покрасился. Короче, сейчас будем доставать мусор весь. Вон сколько мусора он насобирал. Господи, что только там нет. Сейчас будем снимать контейнер. И там надо еще щеточку. Щеточку еще надо почистить. Пока у Семки тут вечерний по дивану, я хочу с вами попрощаться, наверное. Сем, аккуратней, ну пожалуйста, ты чего? Что нет? Не аккуратней? В общем, все поужинали. Пылесос все сделал свое дело. Мы его почистили. Ну, точнее, почитали инструкцию, там, типа, нужно бак просто вываливать, а прям основательно там щеточки мыть там. Классно ты упал, да? А какую-то один раз в неделю, какую-то раз в месяц, короче. В принципе, мы довольны, он хорошо собрал мусор. Конечно же, я вот так точечно посмотрела, некоторый мусор все равно остается, но и обычным пылесосом он у меня остается. Лучше мытья пола. Ромашка. Ничего не может быть, но вот пока довольны, сейчас посмотрим. И вертикальный я, наверное, тоже все-таки хочу какой-нибудь присмотрю, но это уже после переезда. Сейчас нам пока достаточно будет этого. Я только думаю, как я буду сейчас на квартире, ну не сейчас, а потом, на квартире все отмывать, там столько строительной пыли, и пылесос бы там обычно не помешал. Ну, может быть, я попрошу папу, чтобы они оставили свой строительный ненадолго, чтобы я быстренько все там запылесосила, но мне там кажется, раз на 10 нужно будет полы все вымыть, стены почистить. Ой, господи, все, чуть не упала с дивана. Садись на горшочек давай. Балуешься, блин. Сем, садись на горшочек, не балуйся. Покатила ему куда-то. Короче, пока довольны, все работает, это хорошо. То есть не читалось отзывов, у кого-то там не подключается, у кого-то он глючит. У нас вообще все хорошо. Но единственное, что я подумала, он почему-то в кухню не пошел у нас сразу. Но он, видимо, сначала одну комнату от другой отделил, закончил там еще раз по периметру, по всему прошел в комнате и... Все, и пошел на кухню. На кухне нам тоже. Там сложнее прибираться, потому что там все равно что-то от готовки летит, что-то прилипнет сразу, не заметишь. Короче, завтра мы попробуем влажную уборку запустить вместе с ним. А так, я думаю, будем пользоваться сухой, и там через день, через два я буду просто, как и обычно, мыть тряпкой. Вот. Я еще хочу себе купить какую-нибудь самую простую швабру для уборки на квартире на той. Ну, и пока здесь будем пользоваться. Сейчас хочу вам показать еще последний раз, как она называется. Коробочку тоже, конечно, сохраняем. Сейчас от техники от такой сохраняем коробочки, да? Ну-ка, ты своими тут причиндалами не свети, пожалуйста, Семен. Ага. Давай, сейчас мама. Да, Семка. Ми-робот вакуум моп. Спасибо. Ми-робот вакуум моп 2. Вот такой вот у нас. Девочки рекомендовали другой, что-то там клинер чего-то там, но так как она, девочка, написала, что типа они уже 3 года пользуются, я подумала, что я его нигде не могу найти, хотя я нашла один-единственный на Валберес, и он стоил 46 тысяч, и для меня это что-то много для такого агрегата, и поэтому я решила поискать, спросила еще у Марины на всякий случай, какой у нее, и вот она скинула мне фоточку, и вроде тот нашла, который и у нее. Да, конечно же, по отзывам хорошо выбирать, но я не смогла прям тут найти. Но решила все равно взять этот Xiaomi. Да, да, это пылесос будет пылесосить. Сема так на него смотрит настороженно пока что. Я его пока не подпускаю, хочу, чтобы он нормально комнату запомнил, а там уже будем, да? Он у нас в спящий режим, походу, ушел. Василий только, кто знает, как можно у него поменять голос. Вот мы выбрали русский, но русский там только женский. А раз у нас Василий, говорит он по женскому голосу, как-то не очень. Ладно, ребятушки, все, прощаюсь с вами, то мне Сёма не даст тут ничего делать. А мы пойдем Сёме зубки чистить и спать ложиться, да? Всех люблю, целую, всем пока-пока.